это древний христианский храм. То есть тут вообще интересная история. Ингуши сначала были язычниками, потом в 8-10 веке они были христианами, а потом добровольно перешли в ислам. И вот этот храм до сих пор сохранился. Сейчас территория огорожена и нет возможности. Есть вероятность обвала. Он как архитектурный памятник, как исторический памятник охраняется государством. А вот, ну, когда его отреставрируют, можно будет вовнутрь попасть. Пока только можно со стороны.